сегодня какой-то день такой весенний, правда? Вот мы сюда подъехали, договорились, что мы будем записываться здесь, что-то вспомнится, что-то особенное вспомнится. Вот, и день солнечный, и мы вспоминаем о том, что Давид – это по-армянски солнце? Солнышко? Солнечный, любимый, да? Вот тоже, так сказать, вот, вот, Эмилия, посмотри, вот там гнездо, да. Там птички. И они там, так сказать, создают свой дом сейчас по весне, правда? Вот так смотришь тоже на них и думаешь, и все, приходят какие-то мысли, вот такие мысли хорошие, грустные, да. Но хорошие, потому что все равно эти птицы нам говорят о том, что жизнь продолжается. Вот как жить в этой жизни, скажи мне? Я пока не нашла ответа. Как жить в этой жизни? Как жить в мире, в котором нет Давида? Вот вы сегодня появились в Карбышевском училище, и там вас узнали, вам там да. были рады. И ребятки да. подошли, поздоровались как-то особенно, да. подчеркнуто поздоровались. Они знали, с кем они здороваются, да. кто у них сегодня в гостях, вот так просто, так сказать, случайно заглянул. А у них там Олимпиада идет, они опять учатся стрелять, так же метко, как стрелял Давид. Да. Вперед! Не опущен флажок. 10 секунд штрафа. Сейчас мы здесь с вами, вот в этом, на этом пятачке армянской земли истории и памяти. Здесь тоже вас встречают как человека своего, близкого, да. принятого в эту какую-то большую, такую, будем говорить, армянскую, да. обосновавшуюся здесь, у нас в Приморье, на этом Тихоокеанской России, в этой да. Тихоокеанской России земле. Понимаете, вот приходит, может это быть утешением или нет? В какой-то мере. Что я не одна. Есть утешение, что есть люди рядом, которые разделили со мной мою боль. То, что я знаю, что могу обратиться за помощью. То, что есть люди, которым мне не безразлично, как мне больно. Это другой вид, наверное, жизни, который мне придется научиться жить. Но той любви безграничной, которая у меня была, я, наверное, больше никогда не обретёшь. Нет. Нет. Не обречусь. Никогда. Эмилия Владимировна Оганян. Какое-то время назад я видел ее другой, в обстановке торжественного чествования. Она выглядела собравшейся, эмоционально наполненной и даже чуточку приподнятой. Ей нужно было сказать несколько приветственных слов учащимся Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа имени Карбышева. Завершился чемпионат по пулевой стрельбе на кубок Давида Оганяна, ее сына, выпускника колледжа 2021 года, матроса-снайпера 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, погибшего в зоне СВО в 2022 году. Она часто тут бывает, ее тянет сюда. Здесь ей все напоминает о Давиде. И еще в колледже есть человек, с которым она может вспомнить Давида и обсуждать с ним все новости своей жизни. Давид был очень привязан к нему, педагогу, воспитателю, капитану первого ранга Сергею Александровичу Лободе. Мы начинали с этого в свое время учить историю СССР, когда изучали историю Урарту. Великого государства возле территории Севан. Он, я знаю. И так раз. И Рустоп стоять, а ты, я с Армении. И говорю, вот смотрите, один вариант, второй вариант, третий вариант. Кто за? О, я вот так, там дискуссирую, я потом правильный ответ. Те правильный ответ ставлю пятерку, или у меня такие маленькие шоколадки. Неправильный ответ, 30 раз приседаешь. Я вот этих детей, особенно юристов, я не знаю, какая их будет жизнь.
Но моя задача, чтобы они, когда изучают вот оружие, знали теоретические вопросы, разборки-сборки. И вот сегодня не было этого парня, он, у него тактический позывной кедр. Вот он приехал, жена родила. Ну, понятно. Вот. Здесь двоечник был, весь таких наколках, все прочее, прочее. И пришли, я увидел, подошел, обнял директор. Спросил, какое впечатление самое основное? Вот, у директора, ну, вот здесь Сергей Александрович. Сергей Александрович научил нас не бояться оружия. Придет вечером позже. Мы там ждем, 2 часа уроки заканчиваются. Придет в 4-м, в 5-м. Ты где был? Лобода разрешила с Калашниковым обнять.